В утреннее время при патрулировании Фрунзенского района города Саратова сотрудники дорожно-патрульной службы выявили факт нарушения правил дорожного движения, допущенный водителями двух мотоциклов, которые, двигаясь на высокой скорости по пешеходной зоне проспекта Столыпина, создавали угрозу жизни и здоровью граждан. В целях пресечения неправомерных действий водители, автоинспекторы проследовали за правонарушителями с включенными проблесковыми маячками. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке мотоциклисты не реагировали. При попытке скрыться от полицейских злоумышленники выехали на улицу Чапаева, где один из них допустил столкновение с автомобилем одной из служб такси. В результате ДТП 20-летний правонарушитель получил телесные повреждения. Мотоциклист был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи, которых вызвали на место происшествия полицейские. Второй правонарушитель был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы в Мирном переулке. Установлено, что 24-летний мотоциклист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в июне прошлого года он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного правонарушения и был лишен права управления транспортным средством. На злоумышленника составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.